539 800 опыта, друзья мои, я смог забрать на этой карте. Это просто невероятно что-то! Обязательно внимательно посмотри видео, чтобы знать, как достичь такого же результата. Друзья, подготовил для вас сегодня классную карту на фарм опыта. Меня зовут Дима, Monique Brother 2S. Это канал, где каждый день я выкладываю новые видосики. Поэтому подписывайся обязательно, ставь лайк и прожимай колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я тебе покажу, что это за карта. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 16-42-42-80-24-39. Нажимаем Enter. Нажимаем на вот эту картиночку, выбрать и ставим обязательно частный режим игры. После этого нажимаем «Играть», заходим в магазик. В магазике появился у нас наборчик Металлика, есть также мини-боевой пропуск Металлики, вообще прикольные имбовенькие скинчики. Обязательно посмотрите что-нибудь, выберите себе. А я вот для чего. Внизу кнопочка есть поддержка автора. Сюда нажимаете, вводите код G-UP, нажимаете поиск, код фиксируется в вашем магазине предметов. И с этого момента при всех ваших покупочках компания PGames будет делать небольшое отчисление, потому что я их партнер. Такую классную поддержку вы можете мне оказать. Благодарны за все мои труды. Огромное вам за это спасибо. Когда заспавнились на карте, пробегаем вот сюда к этим баннерам. Между центральными баннерами внизу, вот в этом месте, есть скрытая кнопочка, которую нужно нажать. Нажимаешь эту кнопочку, потом нужно подойти к любому из терминалов. Когда он засветится синим цветом, видите, они сейчас желтым светят, это говорит о том, что творочка немножко подтупливает, они уже давно должны были прогрузиться. Подходим к терминалу, он начинает светиться зеленым цветом, нажимаем и вводим сюда код 0038-1331-2154. Нажимаем «Принять», проверяем вот этот значок наверху XP. Если значок есть, значит на карте можно лутать опыт. Если его нет, значит карта обновляется или ушла на калибровку. Нажимаем на баннер, выбрать и ждем, пока карта загрузится. Когда заспавнились, пробегаем вот сюда. Спускаемся здесь вниз. И вот тут вот делаем эмоцию, любую абсолютно. Открывается портал, в который мы заходим с вами и оказываемся возле таймера. Нам нужно дождаться, пока вот этот таймер подойдет к концу, чтобы ввести сюда секретный код, друзья. А пока ждем, обязательно присоединяйтесь к моему дискорд-каналу, чтобы принимать участие в розыгрышах, чтобы быть частью нашего классного дружного комьюнити и пользоваться услугами самого крутого, дешевого и выгодного, и самого безопасного магазина по донату Fortnite. Всех жду. Теперь сюда вводим код 35642. Нажимаем подтвердить, попадаем в локацию с рельса, где прыгаем на нее и лутаем опыт. Ничего себе, друзья мои, 200 тысяч опыта. Я такого уже тысячу лет не видел. Посмотрите, что происходит. Потом вот здесь вот на вот эти вот кнопочки нажимаете, которые здесь вот на табличках XP, по кругу просто вот так вот бегаете и лутаете с них еще опыт. Друзья, подбираемся к лимиту в 400 тысяч. Это одна карта. Я здесь буквально 5 минут. И после таймеров, я имею в виду. И уже вот-вот-вот сейчас 400к опыта. Смотри видео обязательно внимательно, чтобы знать, как достичь такого же результата. Не пропускай, не свайпай, и ты сможешь тоже залутать так опыт. Смотрите, 400к опыта лимит я уже преодолел. 401к сейчас у меня уже на аккаунте. 402к уже на аккаунте. Офигеть. Так вот, друзья, видимо, эпики после обновления что-то упустили. И чтобы вы достигли такого же результата, внимательно смотрите видео, не перематывайте. Я покажу, как вам добиться того же. Опыта, друзья мои, я смог забрать на этой карте. Это просто невероятно что-то! Обязательно внимательно посмотри видео, чтобы знать, как достичь такого же результата. Всем пока на этом. Хорошего дня, крутого фарма. Вон, посмотрите, уровень за уровнем. Просто